Привет, Мехмат. Это Роман Мелешко. А это Евгений Босяков. И сегодня, специально для конкурса «Мистер Мехмат 2018», мы отправляемся в этнографическую экспедицию. Кстати, куда мы отправляемся? В Бобруйск. Женя, как в центр поедем? Нормально, сейчас Убер вызову. Ну что, Жень, как тебе Убер? Ставлю 1 звезду из 5. Что мы знаем о Бобруйске? Город, подаривший нам группу Би-2 и Максима Русецкого. Этот город не может быть плохим. Так как на подслушан, многие были недовольны результатами кастинга мистера, мы решили сходить на кастинг «Мисс Школьная пора Бобруйск 2018». Ром, а? Ну как тебе кастинг «Мисс Школьная пора Бобруйск 2018»? Ну, СС есть чему поучиться. Женя, а в чем ты по-настоящему разбираешься? В женщинах. А еще? В шаурме. Отлично, мы как раз идем тестировать бобруйскую шаурму. Шаурма патруль, бобруйская шаурма. Поехали. Со свининой. Это хорошо, это плюс. В качестве соуса китченес. По размеру, как мини-шаурма из миража. По цене 8 рублей. Дороговато. Мяса не очень много. Какой итог можно поставить этой шаурме? Ставлю ей 3. Да, она неплохая, но до хороших ей очень далеко. По соусу суховато, по мясу жестковато, по цене дороговато. 3 из 5, ни больше, ни меньше. Ром! Бобруйск, мирный город! Бобруйск, самый мирный город Беларуси! Самый мирный город Беларуси, да. Подведем итоги этнографической экспедиции. Приветливые люди. Хороший общественный транспорт. Вкусная еда. Погода была хорошая. Мы вообще не замерзли. Ну а вас всех ждем 1 марта 2018 года в зале Института журналистики на «Мистер Мехмат 2018».